Как видно, трансмиссия не содержит дополнительных узлов, планетарных втулок, которые позволили бы быстро трогаться с места и разгоняться. Самодельная втулка на промподшипниках. По просьбе владельца нового была установлена звездочка на 14 зубов вместо 15, из-за чего скорость упала на 4-5 км в час. Вот как бы видно 14 зубов. Там у нас 51 зуб. Я думаю, с этим сомнений не возникнет.